Всем привет! И сегодня я вам покажу упражнение, которое позволит вам оставаться в гармонии, настроиться на целый день, а также оно очень хорошо для очищения. Итак, внимание! Мы делаем вдох 4 раза через рот. Вот таким образом. Потом мы задерживаем дыхание, и на задержке дыхания мы делаем поворот влево-вправо, влево-вправо. Не торопитесь. Потом мы делаем выдох и опять вдох через рот 4 раза. Задержка дыхания и опять поворачиваемся влево и вправо. Пожалуйста, задержка дыхания должна быть комфортная. Следите за тем, чтобы вам было на протяжении всего упражнения уютно. Это упражнение мы будем делать 2 минуты. Постарайтесь на протяжении всего исполнения этого упражнения оставаться спокойными. Если мысли приходят к вам, просто пропускайте их мимо, как будто это облака. Постарайтесь в данную минуту ни о чем не думать и сосредоточиться на том, как ощущает себя ваше тело, связь со своим телом. Это очень важно для нас, чтобы почувствовать себя в моменте, здесь и сейчас, настроиться на прекрасный день и наполниться энергией. Еще несколько секунд продолжаем повторять это движение. Хорошо. Еще немного. И закончили. Я благодарю вас, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, потому что нас ждет очень много интересных и полезных видео. Всем пока-пока, с вами была Натали Льборле.